Ваш страх всегда о том, что случается в будущем. Это означает, что ваш страх всегда о том, чего не существует. Если ваш страх о том, чего не существует, то он на 100% воображаемый. Если вы страдаете от того, чего не существует, мы называем это безумием. Люди всегда страдают, либо из-за того, что случилось вчера, либо из-за того, что может случиться завтра. Так что ваши страдания всегда о том, чего не существует, просто потому что вы не укоренились в реальности. Вы всегда погружены в ваш ум. Одна часть ума — это память, другая — воображение. Обе составляющие ума — это умственные образы. Вы потерялись в ваших умственных образах. Вот основа вашего страха. Если вы укоренитесь в реальности, страх исчезнет.